Друзья, всем привет! Сегодня, как и всегда, здесь Лига Real Estate. Это там, где все про недвижимость. Все про турецкую, аланийскую недвижимость. Но сегодня, друзья, речь пойдет о другом. Сегодня мы сделаем настоящее большое чудо. На протяжении предыдущих нескольких недель наши сотрудники и участники сражались за финальное место. И вот сегодня это время настало. Время финала. Время большой битвы. Время Лига Шоу. Мы начинаем! Ну, столик будет мой. Буду стоять здесь, потому что я тут изначально стоял, буду тут стоять, девочки. Я тут уже стояла, я хочу самому младшему сотруднику. Девочки, у нас сейчас начало. Самый младший должен как раз таки нас. Ну, за одним столом очень тяжело это все сделать. Вот остальные свободны. Давайте все-таки по-честному распределим игрой. Камень, ножницы, бумага. Готовы, да? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Отлично. Начинаем. Ну что ж, друзья, предновогоднее прекрасное настроение, все готовы, все, что называется, заряжены на победу, потому что, друзья, напомню еще раз, у нас сегодня настоящий предновогодний финал. Ну и для того, чтобы начать спорить за главный приз, в том числе он у нас сегодня, естественно, существует, об этом мы поговорим чуть попозже, естественно, хочу представить и напомнить вам тех людей, которые будут рассуживать, вручать и раздавать те самые баллы, ну и в итоге, конечно, подарки, которые будут тоже. Ну ладно, итак, друзья, представляю вам члена жюри. Прекрасный человек, прекрасный руководитель, Ксения Балди. Всем здравствуйте. Девочки, вы уже победители, поэтому желаю вам всем удачи, желаю вам всем интересной, интерактивной и увлекательной игры. И нам, конечно же. И, естественно, хотел сказать и вам тоже, потому что у вас большая ответственность сегодня все это грамотно, красиво и правильно, что важно, распределить. Не менее важный человек, не менее нужный человек, прекрасный и потрясающий тоже руководитель отдела продаж Кама Курбанова. Приветствую всех. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. А вы уже в группе, в финале, как победители. Осталось выбрать только одного. Желаю вам всем удачи. Ну и прекрасный Дед Мороз, так как у нас все-таки новогодний, предновогодний выпуск, человек, который знает все, и ответы, и вопросы, и вообще прекрасный человек, Иран Мамет. Участники, Денис, все наши зрители, всех с наступающим Новым годом, у нас финал, ура! Ура! Настоящий ура, действительно, потому что, ну, это действительно и предпраздничное настроение, и, соответственно, кто-то сегодня станет лучшим среди лучших. Ну, и у нас, естественно, приготовлено большое количество сюрпризов для вас. Про первые сюрпризы под названием «Правила» расскажет Иран. У нас три раунда, в каждом раунде по 9 вопросов, но в каждом раунде последний вопрос, 9-й, будет сюрпризом. Начнем с того, что вы уже победили. Каждый из вас получит свой приз. Ну что же, друзья мои, если все готовы, если все заряжены с прекрасным настроением предновогодним, я думаю, что пора начинать. Я предлагаю долго не тянуть и начинать первый раунд. Блиц под названием «Блиц», естественно. Первый раунд называется «Блиц-вопрос». Ведущий задает вопрос, участники нажимают на звонок, первый нажавший отвечает. Если ответ правильный, получает 1 балл. Если у остальных участников есть более развернутый ответ, тоже нажимает на звонок и отвечает. За более развернутый ответ получает 2 балла. Жюри решает, кому сколько баллов давать. Ну что же, удачи, мы начинаем. Поехали. Начнем с простого вопроса. Что такое отдел портфолио и сколько в нем работает сотрудников? Отдел портфолио – это это отдел в нашей компании, в которой работают сотрудники, которые подбирают недвижимость по запросам клиентов. В нашем отделе портфолио работает 4 человека вместе с директором портфолио. Это Бурак, директор отдела портфолио, Эмре, Тантанер и Сулейман. Все правильно? Все правильно, два да. Балла. Мы говорим про аланийский, наверное, да, отдел? Да. Ну что же, быстро, емко и правильно, что важно. Итак, переходим к следующему вопросу. Звучит он просто, ну, тот, кто знает турецкий язык. Что означает
Такси. Такси – это ноук. Что, еще раз? Таксит. Правильно я произнес? Таксит. 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 Извините, да, если Света была. Рассрочка. Да, это рассрочка платежа. Таксит – это рассрочка платежа. Абсолютно верно. У меня также написано. А я бы перевел это как такси. Ну что же, едем дальше? Светлана, 2 балла. Ну что же, хорошо, окей, едем дальше. Назовите простейший вопрос. Какие районы открыты для получения ВНЖ? Катерина была первой. Для получения ВНЖ открыты следующие районы. Это район Тюрклер, Акуджалар, Инджикум, Тюрклер, Паялар, Канаклы, центральный район Алани. Его весь рассказывать? Ну, центр Алани. Чем развернутей будет, тем лучше. Центр Джикджили, район Аба, район Тосмур и район Демирташ. Есть. Света, хочешь добавить? Газипаша и район Чиплаклы. Газипаша не является районом Алани, это? Не район, но открыт для получения ВНЖ. Да, но это не район Алани. В любом случае его для получения ВНЖ. Район Алани у нас от района Алани. Газипаша – это отдельный город у нас. Чиплаклы к чему относится? Куба. У нас есть ответы два ответа. Светлана и Екатерина. Один Светлане, два Екатерине, конечно. Отлично. Вот и... Светлане за Чиплаклы, не за Газипашу. Газипаша – это не верх. В одном из выпусков «Ксилы» рассказывала про свою самую сложную сделку. Про какую сделку шла речь? Ну, я так понимаю, что это сделка с инвестором, когда в одним махом, скажем так, продали 25 квартир сразу. Да, наверное, об этом, да, это, наверное, было действительно самое сложное. Ну, у меня, во всяком случае, указан этот ответ, да. Возможно, были какие-то и другие сложные. Их было только 26, но пусть были, да. 2 балла. Что же, друзья, едем дальше. Вопрос номер 5. Расскажите и объясните понятие «эксклюзив». Эксклюзивные объекты недвижимости – это объекты, которые строятся застройщиками и даются в продажу конкретным агентствам по недвижимости, то есть как эксклюзив. Данный объект можно купить только в конкретном агентстве недвижимости. Верно, да. Все полностью раскрыто. Да. Окей. 2 балла. Отлично. Ну что же, переходим к 6 вопросу. Я считаю, что это вообще самый простой вопрос, который был за всю историю. Назовите, точнее, расскажите график работы сотрудников офиса. Катя чуть не размозжила этот звоночек, но, по-моему, была первая, если я не ошибаюсь. График работы Liga Real Estate – это с 9 до 6 с понедельника по пятницу, с субботу – это с 10 до 5 часов вечера, но для наших клиентов мы готовы ответить всегда. Такое ощущение, что Катя нашла мою папку с ответами и прям по словам полностью рассказала, даже поставила «но» впереди. У меня четко прям ответ. Я думаю, что это 2 балла. Вопросов ни у кого не возникнет. К 7 вопросу, друзья. Как называется учреждение, которое отвечает за водоснабжение в Алании? Катя была первой. Не помню. Катя, номер 2. Это учреждение называется АСАД. Оно находится как в центре Алании, так и в Махмутларе, в Газипаше. В общем, оно по районам есть. Абсолютно верно. Даже я могу здесь сказать об этом. Вопрос номер 8 звучит подобным образом. Как называется учреждение, которое отвечает за электроэнергию? Балай. Катя. Да. Это учреждение называется Акденис Электрик. Катя. GK Акденис Электрик. Света? Тебе? Да? Ну, это старое название, да. Как еще раз? Тедаш – это старое название. А вообще, если брать полное название, GK Energy Akdeniz Electric. Это неважно. Да. Так никто не называет. Есть два названия, которые говорят либо Akdeniz Electric, либо Тедаш. Да. То есть получается всем по баллам. Мне тоже кажется, что тут надо распределить абсолютно верно. Ну что же, 8 вопросов от меня прозвучали. Естественно, как мы и обещали, 9-й завершающий вопрос звучит у нас от Ксении. Так, девочки, вопрос на засыпку. Когда ни в коем случае нельзя подходить к Бахирбею? Света.
Когда по хербе еще не позавтракал с утра. Абсолютно верно. 2 балла. Вот это да. У вас какие-то были, девчонки, варианты ответа? У меня был вариант, если, например, проиграла Алане спор. Не знаю, почему. Ну что ж, друзья, на этом первый раунд у нас завершен. Подсчитываем итоги, наполняем бокалы с шампанским, потому что совсем скоро мы вернемся и будем продолжать. Ну что ж, друзья, мы вернулись после небольшой паузы, но с интересной информацией. Во-первых, впереди еще много интересного. Во-вторых, естественно, нужно определить и понять, кто же вырвался вперед в финальном, в финальной битве. Геран? По итогам первого раунда Светлана набирает 6 баллов, угу. Катя набирает 9 баллов, Катерина набирает 5 баллов. То есть, в принципе, все идут ровненько. Да. Что называется, финал прям... близок для всех победителей. Ну что же, второй раунд. Здесь можно тоже, естественно, как заработать, так и не заработать. Потому что, я думаю, что вы помните, вопросы у нас достаются самостоятельно, и они называются «Вопросы с шляпы». Да, второй раунд называется «Вопросы с шляпы». Участники достают вопросы. У человека, который достал вопрос, есть право первого ответа. Если остальным участникам есть что добавить, нажимают на звонок и добавляют. Все просто. То же самое. 1 балл за ответ, полноценный ответ, 2 балла. Кому мы отдаем? Катерине. Так, отлично. У какой из стран СНГ самый большой налог по ВНЖ? Давайте, вот сейчас и проверим. Нет ответа, я так понимаю. Это финал. Да, тут надо прямо. Вопросов легких не будет. Предположение можно. У Светы... Нет, мне нужно, подождите, без звонков мы не принимаем ответ. Да. Да, Света. Ну, что-то мне подсказывает, что это Казахстан, если не ошибаюсь. Казахстан. А, может... Или Украина, или Казахстан. Я точнее, я одну сторону выберите. Выбирайте. Украина. Отлично, принят. Кать, ну вы так как все-таки являетесь носителем этого вопроса. Ответ наугад, давайте предположим, Россия, я не знаю. Давайте, все, вот как... Восточное все-таки. Ну, бьем, кто-нибудь, возможно, и попадет. Ну что же? Что скажет жюри? Правильный ответ. На самом деле есть 2 налога по ВНЖ. Это въездной налог, когда первичка оформляется, и налог ежегодный. Высокий налог попадает в несколько стран. Украина, Узбекистан, туда же попадает Кыргызстан. И еще несколько стран. Но попало только Света. Я считаю, что баллы никому мы не даем, потому что ответы были наугад. Угу. И здесь каменный ответ – это просто как такой ликбез оказался, чтобы на будущее вы об этом знали. Как скажете, так и, что называется, последнее слово за вами. Ну что же, Екатерина первая, передавайте Екатерине второй. Что такое айдат? И назовите, как я понимаю, максимальный айдат, который возможен, и минимальный. Да, все верно. Айдат – это ежемесячный сбор за обслуживание комплекса, в который входит зарплаты смотрящим комплекса, охране, в него входит поддержание единиц инфраструктуры, и он варьируется, наверное, от 100 лир до 100 евро, где-то так, я думаю. От 100 лир до 100 евро. Это все зависит от инфраструктуры. Нет, ну, безусловно, мы просто ждем ответ конкретный от вас, поэтому его получили. Катя не уверена. Очень робко. Да. Нету, да? А, все-таки есть. Ну, я бы просто еще добавила, что айдат также, он может быть разным в зависимости от комнат. 1+1 и 2+1 это будет... 2+1 айдат будет чуть-чуть выше обычно, чем 1. Принято. Все, да. Как у нас звучал вопрос еще раз? Что такое айдат? Здесь отвечено. Так, 1 балл уже есть у нас у Кати. И второй, какой у нас самый высокий? Минимальный и максимальный. Насчет минимального, коллеги. 100 лир. Верно ли это ответ? Ну и... Я бы сказала от 0, потому что есть турецкие комплексы. Где вообще нет айдата? Вот. Да, они комплексы. Вот. Да, вот. Турецкие дома, где айдата вообще нету, обслуживания никакого нету. И лестничную клетку моют, да, по очереди. Жители каждого этажа моют свою лестничную клетку. Логично. Если спрашивали про айдат, значит, да, нулевой. Нет, айдат 0 лир, да, то есть он либо есть, либо его нет. 100 лир, верный ли это ответ? Есть вообще, вот на вашей, вот, не знаю, практике есть комплексы, где есть 100 лир? Да, старый турецкий комплекс. Турецкий дом. Комплексы, где, да, вынос мусора какой-то, что-то такое. То есть вот обозначена цифра в 100 лир, она существует.
Теперь 100 евро, друзья, 100 евро. Верный ли это ответ? На сегодняшний день у нас самый высокий айдат. Кама, вы выяснили. Сегодня самый высокий айдат по действующим комплексам – это 90 евро. Ох, чуть-чуть переборщили. Ну, это так, я просто видела, на чай КПДЖИ. Ну что же, есть правильный ответ в 90, да. А есть ответ правильный, ну не совсем правильный, в 100 евро. Только как Катя получает, да, получается, да, один балл. Окей, ну что же, в любом случае баллы это всегда приятно. Светлана, очередь за вами. Расстояние между центром Алании до аэропорта Анталии. 120 километров. 120, ну-ка. 125. Начались торги. Продано. Но эту я скажу цифру попозже. Есть два ответа. Какой из них верный? Вообще правильный ответ — это 126 километров. Ну что, что принимать решение вам? Ну там не 120 и 125, как бы. Центр никуда не двигается, аэропорт тоже как бы никуда еще не подвинулся. То есть есть четкая цифра. 126 километров. От центра Алании до аэропорта Анталии. Ну что? Я думаю, что 6 километров — это не погрешность. Угу. Ну, у нас есть два ответа. У нас, да, нет, я думаю, что у нас есть один ответ. Светин первый, потому что Катя только уточнила. Цифры. Сколько балл? Один балл. Угу. Ну, двигаемся дальше. Что же, дальше. Катерина, пожалуйста, очередь ваша. Хотя, если вот 6 километров пешком, это прям хорошая погрешность. Что напоминает логотип лиги? Давайте. Напоминает, и вообще, вот какие у вас ассоциации лично ваши с логотипом? А мы уж расценим. Просто логотип лиги напоминает домик по своему внешнему виду. Собственно говоря, ассоциации с домиком. И все. Отлично. Принято. Один балл. Один балл, абсолютно. Но я бы хотела, девочки, чтобы вы, конечно, больше ассоциаций назвали. Это вопрос такой более творческий, за который можно было бы заработать балл, но уже поздно. Может, все-таки финал? Может быть, все-таки чуть-чуть облегчим? Ну, звоночек никто не нажал, пока я отвечала, поэтому уже все. Все, поезд ушел. Поставили. Да. Ну что же, тогда едем дальше. Перечислите имена детей всех членов жюри, начиная с младших. Вот это. Так, я попробую, но... Можно секунду собраться, ну, потому что тут есть... Начиная с самых младших, это сотрудников или... Нет, детей, если там же речь идет, естественно, о детях. Ладно, я буду в разброс. У Ярана есть сын, которого зовут Назар. Вот. У Камы, если не ошибаюсь, есть две дочки, одна из которых Сабина. Нет. А вторая? Вторая, я не знаю, не видела. Сабина 2. Так. Кама, мы о тебе что-то не знаем? Подождите, да, Света... Сейчас я доскажу, да, и Света дополнит. И у Ксении есть 4 ребенка, по-моему. 4 мальчика, одного из которых зовут Миша. Да. Мишу знают все, да, из моего, из последних наших школьных историй. Угу. Так, Светлана, ваш вариант. Вносите поправки, если они есть. Самого младшего. Младший Яран – это Назар. Да. Ксения – Денис, Микаэль. Кама – Сабина. Артур – Диана. Вот это да! Это да! Ну, теперь ждем правильную, я так понимаю, правильную сортировку. Младший – это я. Это... Ну, тут, да, тут сложно было не догадаться. Так, значит, вопрос действительно сложный, на засыпку. И здесь я, конечно, не жду от вас какой-то прям точности. А, Света, одна была неточность у вас. Значит, еще раз детей. Назарик, 3,8, да? Да. Дальше идет Дениска, мой младший сын. Потом Микаэль, мой следующий по старшинству. Потом идет Артур, опять же, мой сын, которому да. А уже потом идут Сабина и Диана, они у нас одногодки. Да, и у Камы одна дочь. Да. Ну, про вторую, по крайней мере, нам неизвестно. Да. Две девочки. А одна из них Кама просто, поэтому... Так, ну что, давайте будем распределять. Да, действительно, баллы. 2 балла, Свет, молодец. Я бы по количеству распределил, а вот прям по возрастам это было тоже запутался. Ну что ж, молодцы все равно. Свет, теперь держите ваша шляпа и ваш вопрос. Какой фрукт является символом Алании? Апельсин. Апельсин. Вы любите апельсин? Очень. Это 2 балла. Ну что же, давайте, последний круг. День рождения Камы. Давайте, ну ты называйся. Я не знаю, не помню. Так.
есть. Света. 26 декабря. Барабанная дробь. Кама. 27. Ну ладно. Но, следующий вопрос. Как минимум, месяц был точен. Отлично. Так, по баллам что у нас? Нет? По баллам? Нет, нет, окей, все. Действительно, здесь должна быть точность. Итак, вопрос, завершающий от Екатерины, который стоит в центре. Что покрывает медстраховка по ВНЖ? Давайте. Так, если мы говорим про стандартную страховку, то есть как бы с минимальной оплатой, то она покрывает практически ничего. Очень, очень приятный ответ. Для, особенно для наших зрителей. Да. Честно, не знаю, не сталкивалась с этим. Но страховка, которая, где идет оплата ежемесячная, то есть ежемесячный взнос, она, по-моему, покрывает уже и лекарства, и лечение зубов, и прочие вещи. Я, опять же, не уверена в этом, потому что не сталкивалась, к сожалению. Нет, ну, что сказали, то сказали. Ченжери, что нам скажут? А, еще Светлана добавит. Светлана хочет добавить. Страховка ПНЖ покрывает только несчастные случаи. Угу. Правильный ответ. Есть два вида страховки. Частная страховка, которая от несчастных случаев покрывает только несчастные случаи. Даже аппендицит включает. Не покрывает стоматологию, гинекологию и хронические заболевания. Да, хронические. Второй вид страховки, который дается со второго года проживания, это СГК. Это, как мы говорим, золотая страховка, распространяется на членов семьи, покрывает все. Но это же пожелание клиента. Это пожелание клиента, потому что если привязаться к СГК по ИКМЕТу, к сожалению, добровольно от нее не отписаться. Там ежемесячный платеж. Ответы получены. Ждем. Раз. Бал Светлане. Светлана, завершающий вопрос от вас. Если я не ошибаюсь, мы... Шляпы уже не было, все. А я знаю. Да что ж ты, моя хорошая. Мы же подготовились. Вопрос у нас, естественно, как мы и ранее говорили о том, что в каждом раунде задают финальный вопрос. Кто-то из членов жюри. Так вот, Светлане достается вопрос от Ерана Мамедова. Боже мой. Да. Вопрос такой. Одна из стран СНГ, которая не оплачивает налог на ВНЖ. Моя любовь к тебе безгранична, Ярик. Это не твой ответ. Это твой ответ? Нет. А вы близки. А вы очень близки, конечно. Ну, Туркменистан, да. Что же, принято. Ответ. Туркменистан. Вот. Сколько все-таки... за подсказку? Ну, бал. Да. Бал. Ну, новогодний же выпуск. Мы же должны тоже радовать и участников в том числе. Ну что ж, друзья, спасибо вам за эти ответы. Где-то они были полные, где-то не очень. Ну что же, есть, как говорится, что над чем подумать и что поизучать еще. Шляпка мне вернулась, абсолютно пустой. Но пустая будет всего лишь минутка для того, чтобы вы сходили, сделали свои дела и вернулись, потому что у нас впереди финальный раунд. Давайте. Ну что же, дамы и господа, мы возвращаемся. Надеюсь, эта пауза была очень-очень быстрой для вас. Впереди у нас финальный, ответственный, так сказать, профессиональный раунд. Хотя сегодня огромное количество вопросов связано, естественно, с нами, с недвижимостью, с Аланией, совсем-совсем-совсем. Готовы? Ну, последний, как говорится, вздох надо набрать, полный легкий. Перед этим мы, конечно, выслушаем Ирана. Какие же у нас на данный момент баллы у вас? По итогам финального второго раунда Светлана набирает 7 баллов, 2 Кати набирают по 1 баллу. А, даже вот так. Ну что же, раунд был интересным, очень достаточно был сложным, потому что ну, это в финале по-другому не может и быть. Ну, надеюсь, что эти вопросы окажутся для вас более, что называется, как орехи, потому что они профессиональные. Итак, друзья, мы начинаем. Правило в двух словах. Финальный раунд, в финальной игре ведущий задает вопросы, нажимаете на звоночки, первый нажавший отвечает. За правильный ответ уже получает 2 балла, за полноценный ответ 4 балла. Кто сколько баллов получает, решает жюри. Всем удачи! Абсолютно здесь она пригодится, потому что сегодня и сейчас, точнее, это решается главный приз.
все ждут от меня слова «автомобиль». Ну, возможно, это так и есть на самом деле. Но это пусть интрига останется еще несколько минут. Итак, все. Шутки в сторону, начинаем серьезные вопросы. Итак, вопрос номер первый звучит следующим образом. Значит, перечислите готовые комплексы премиум-класса в стороне Клеопатра, актуальные на сегодняшний день. Светлана. Силанж, Royal Exclusive, это от застройщика, можно посмотреть в продаже. Elite Marine тоже у застройщика есть предложение в Elite Marine. Кунак Сити. Тоже там была квартира, одна в прайсе открытая, по-моему, пентхаус. Окей. Okay. Ну что же, что скажете, господа? Все верно. Все верно. Четко. 4 балла. Попадание четко. Да? Отлично. Да. Едем, друзья, далее. Вопрос номер 2. Назовите самую дешевую виллу на нашем сайте. Катерина. Катя. На данный момент самая дешевая вилла на нашем сайте – это вилла в городе Мерсин, в районе Сифликли, если я не ошибаюсь, и она стоит 186 тысяч евро, трехэтажная вилла. А по Алании? По Алании 250 тысяч евро, я бы сказала. Да, 250 тысяч евро – самая дешевая вилла. Что это за вилла? Я предполагаю, что она находится где-то в районе ТП или Бектар, где-то вот там. Катерина? Находится в Саларе, в районе Авсалар. Тоже там трехэтажная, по-моему, или трехкомнатная. Но если вы... Но в районе Авсалара, это я точно. Но если вы назовете номер... На сайте еще. На сайте. ID, то это будет так. Прямо зачет. Так, Иран, давайте. Неправильно, зачеты. По Алании. Самая дешевая вилла 2 плюс 1 в районе Конаклы, 250 тысяч евро. Номер на сайте 3384. Кому интересно, загляните. Да. По Мерсину, думаю, что правильно. Район Селивке. Селивке, да. Я по 2 балла. Катя. Угу, хорошо. 2 балла, Катя. Все, едем дальше. Так, вопрос номер 3. Идем дальше. Интересно погонять вас, как говорится, еще раз по этой теме. Назовите популярные проекты и готовые комплексы застройщика GBG. Аккуратно, ну вы что, берегите себя. Так, самые популярные комплексы застройщика GBG – это, наверное, Азура Парк из действующих, из строящихся – это Азура Ворлд. Это вот два самых популярных. Также это строящийся объект GBG Towers, который находится в Махмутларе, Калиста в Махмутларе тоже, Сфера, Арнелия, который находится вот между Кистелем и Тосмуром на границе где-то. И сейчас, наверное, что-то еще самое важное забыла. Да нет, вроде бы. Мне все-таки кажется, что Катя подглядела у меня. Читает прям практически, что называется, по порядку абсолютно. Ну, у меня, во всяком случае, точно все, что сказала. Единственное, что она перепутала, Арнелия находится в центре Кистеля. Это Кистель, это не граница. Да, это прям в центре Кистеля находится Арнелия. А так все правильно. Страшно, по расположению все верно. Сказал Кистель, он и в Африке Кистель. Легкий нюанс, поэтому абсолютно 4. 4 настоящие балла, да. Заработанные по-честному балла абсолютно отправляются, как говорится, к вам. Едем дальше, друзья. Вопрос следующий звучит у нас вот таким образом. Популярные, естественно, назовите популярные пляжи Алании. Катерина. Но самый популярный пляж Алании, да, который имеет голубой флаг, это пляж Инджикум, пляж Клеопатры, пляж Кейкубат и также пляж Газипаше Селинус, насколько я помню, он называется. Пляж Улаш сразу после тоннеля идет. Угу. Все ответы получены. Тут давайте уточнимся и скоординируем баллы. Куда кому? У нашего организатора есть еще один вариант ответа, который, честно говоря, не знала даже я. Ну, это что, пляж на границе Махмутлара и Каргаджака, называется Перге. Вот. Да. Это вам для общего развития, вот. Девчонки. Вот эта вся отельная зона, которая начинается в Каргаджаке, вот этот пляж называется Перге. Да. А, ну, так, а так, Катерина, кажется, перечислила большую часть. Слово Перга, потому что раньше там выращивали мед, правильно? Я не знал об этом. Неправильно. Я не знал об этом вообще. Это я просто, да, вам ассоциацию такую. Ну что, 4 балла, конечно. Да, абсолютно. Угу. 4 балла. Далее продолжаем двигаться и идем в хорошем темпе. В принципе, ответы получаем достойные. Вопрос следующий звучит так. Сколько на нашем сайте объектов на данный момент?
Катерина, если я не ошибаюсь, была первая, да? Да, Катерина. Угу. Ну, наш сайт постоянно обновляется, количество объектов меняется регулярно, и мы убираем проданные объекты, добавляем новые объекты, которые получаем. На сегодняшний день 785 объектов у нас на сайте и 28 примерно в аренде это. Окей, принято. Да. Все верно. Да, я бы хотела здесь прокомментировать для наших дорогих зрителей и подписчиков, что несмотря на наши постоянные споры с маркетологами о том, что нежелательно убирать проданные объекты с сайта для того, чтобы сайт был более, знаете, тяжелым, да, и лучше продвигался, мы все равно принципиально убираем эти объекты для того, чтобы у вас, наших дорогих клиентов, не было дезинформации, чтобы вы видели объекты, которые реальны на сегодняшний день и актуальны, которые можно забронировать даже онлайн. Вопрос, так сказать, исторический, друзья мои, связанный, естественно, с Алани. Назовите старое название Алани. Светлана. Старое название Алани – это Алая. Во время Кемаля Ататюрка ее переименовали уже в новое современное Алания. Я могу сказать, да? Алайе или Алайе. До 1935 года именно так называлась Алания. Мустафа Кемаль Ататурк, первый президент Турецкой Республики, приехав первый раз в Аланию, был в нее влюблен. Она ему очень понравилась. Он тогда уже, я думаю, видел ее потенциал и перспективу, и переименовал ее в Аланию. А Светлане... 4 балла. 100% 4 балла, конечно. Угу. Мне кажется, все четко. Даже небольшой исторический экскурс мы ввели и, соответственно, две версии услышали. Дальше. Идем дальше, друзья. Вопрос у меня звучит следующим образом. Назовите самую большую готовую квартиру планировкой 1+1 на нашем сайте. Катя была первая. Которая... Ты не дослушал? Ты не дослушала и уже нажала, да, на всякий случай? Ну, да, думаю. Первый, кто был первый, тот и, соответственно, отвечает. Самая большая квартира 1+1 на нашем сайте, их две. И они обе по 80 квадратных метров. Одна находится в Обе, и вторая в Махмутларе. Так. А по цене? 180, я думаю. Mm-hmm. Ага. Вопрос был самый качественный. Ну, их две, правильно, одна в Махмутларе, она находится в районе Джигджили, да. И в Джигджили 186 тысяч, а в Махмутларе там 112 500, по-моему, она стоит. Да, все верно. Да, у Катерины все верно. Бонусный вопрос. 4 Катя, 4 Катя. Молодцы. Как в оптике прямо, что называется. Так, ну и, так сказать, от меня завершающий вопрос. Далее у нас будет, естественно, вопрос от жюри. Назовите все эксклюзивные объекты от Бахербей. Светлана, пожалуйста. Светлана. Квартира Best Home Gardenia, Park Tower, Yagmur CTC, Bay 2, Bay, квартира 3+1, Bay 3. Да. Да. Громче, увереннее, Светлана. Конечно, Бахербей оценит. Да. Зайдете к нему после игры. Ответ получен. Вопрос к вам, Яран. Правильно ли все? В Демиртаже у нас у Бахербея есть квартиры в комплексе строительном Гордене. А Ямур Ситесы – это конец Махмутлара. Это пентхаус, да. Линейная квартира 3+1 в комплексе Бай-2. И квартира в строящемся комплексе, который скоро будет сдан, в Авсаларе, Парк Тауэр. Давайте поясним, пожалуйста, нашим дорогим подписчикам, что такое квартира от Бахербея. Потому что я думаю, что для им это вообще непонятно, что такое. Бахербея – это директор нашей компании. Доброе утро, доброе утро, дорогие телезрители. Начнем знакомство с самого начала. С самого верха, да. Мы в Алании. Да, есть объекты. Квартиры, готовые на стадии строительства, которые наш директор выкупил для эксклюзивности. И эти квартиры предлагаем только наши менеджеры, только нашим клиентам. По особым условиям? Да, и по особым ценам, конечно. С особыми бонусами от Бахир? От Бахербея, да. Немножко поправлю, так там только не только строящиеся комплексы, но и... Я сказал, готовые и строящиеся, да. Ну что же, дамы и кстати, господин... Светлане... 4 балла. Да. 4 балла, Светлане. Все баллы розданы, но не все. Есть еще у нас один вопросик, который Кама
готовила долгие эти недели специально для финального раунда, для того, чтобы, как говорится, возможно, это станет решающим, кстати, вопрос, ответом для кого-то. Так что... Знает ответ, назовите условия ипотечного кредита на сегодня. Катя. Да. На сегодняшний день ни ипотека, ни кредит для иностранцев в Турции не предоставляется. Как знала, мы готовили этот подвох, а они быстро его раскусили. Ну что же, дамы и господа, вопросы на сегодня закончим. Сегодня, буквально через пару мгновений, мы узнаем победителя. Ну а вам, естественно, оставайтесь, потому что самое интересное, самое хорошее еще впереди. Возвращаемся. Ну что ж, друзья, все, пролетели все паузы, заданы все вопросы, ответы все получены. И, конечно, мы сменили бокалы с водой, с кофе, со всем прочим, естественно, на праздничный новогодний бокал с шампанским. Теперь можно окончательно выдохнуть абсолютно и вам, потому что в ваших руках были, естественно, все судьбы вот этих трех прекрасных дам, ну а вы все, что могли, сделали. Но перед этим, конечно же, я должен и обязан предоставить слово для того, чтобы поздравить, сказать какие-то хорошие, приятные слова и в адрес наших зрителей, и в адрес наших участников, да и вообще всем подряд. Ксения, давайте начнем с вас. Хорошие слова в преддверии Нового года. В первую очередь я бы хотела поблагодарить моих девочек, которые сегодня показали, я считаю, отличные результаты. И для меня они все победители, как и в начале игры, так и в конце этой игры. Возможно, кто-то просто не успевал нажимать на звоночки. Но в общем и целом я увидела, что все знали ответы на вопросы в той или иной степени. Но, конечно, кто-то знал их немножечко лучше. Поэтому у нас сегодня и сформировались три места. Первое, второе и третье. Я хочу пожелать вам, дорогие девочки, оставаться такими же лучезарными, такими же любознательными, любопытными и любознательными. Это на самом деле залог вашей успешной работы. Вы должны знать все, потому что клиенты наши тоже очень любопытные и задают совершенно разные вопросы, на которые порой не все готовы отвечать. Поэтому вы сегодня в финале, вы молодцы. Я вас поздравляю, никого из вас не обделим, будьте уверены. И сегодня мы пригласили моего дорогого Бахирбея, о котором мы сегодня уже на программе изрядно поговорили, для того, чтобы он озвучил ваши будущие призы. Но об этом чуть позже, да, потянем интригу. Да, девочки, призы были изначально несколько другие, но, знаете, когда смотришь на вас в игре, сердце наше, мало заслуживают большего. Дорогие наши зрители, спасибо, что были с нами все наши 4 игры, получается, вместе с финальной игрой. Я надеюсь, что вы получили массу полезной и интересной информации. Пишите, задавайте свои вопросы в комментариях под нашими играми. Мы обязательно включим эти вопросы, а заодно и узнаем, кто из наших участников, из наших менеджеров. На самом деле, это же просто наши менеджеры Лига Real Estate. Кто из них, насколько внимательно читает ваши вопросы, насколько учтиво относится к вашим пожеланиям. С наступающим вас Новым годом! Желаю вам исполнения самых ваших заветных мечт, ну а вашу мечту о домике у моря исполнит, как всегда, ваша Лига Real Estate и ее прекрасные менеджеры. Ксения, вас тоже, естественно, с наступающим. Кама, давайте нам тоже предновогоднее настроение добавляйте. Новый год, в преддверии Нового года всегда хочется чего-то сказочного. Хочу пожелать, чтобы эта сказка всегда была в вашей жизни. Как сказала Ксения, наши менеджеры готовы эту сказку осуществить. Это будет на берегу моря. Новогоднее настроение мы вам сделаем обязательно. Девочки, вы просто умнички. Гордимся вами. Хорошо, что вы с нами. И, кстати, Ксения подала очень хорошую идею. Мы готовы продолжать эту игру, да, и этот цикл, если вам нравится, и тогда мы ждем вопросов от вас. Какие вопросы вас больше интересуют? А за самый важный вопрос мы обязательно наградим самых наших активных подписчиков. Да, да. Мы пытались сформировать максимальный пакет вопросов, какой интересен нашим подписчикам, но надеюсь, что где-то все-таки что-то мы еще не затронули. Ждем вопросы.
Вопросов всегда абсолютно огромное количество, поэтому все еще интересного много впереди. Ну и так как для многих зрителей вообще стало появление Бахербей, как и для нас, очень неожиданным, я думаю, что ему тоже есть что сказать. Ну и, соответственно, предоставим ему это почетное звание озвучить победителей. Arkadaşlar, öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Дорогие друзья, прежде всего хочу вас поздравить. Şimdi biliyorsunuz, bütün insanlarda akıl vardır. Herkes aklını, zekasını kullanır. Возможно, вы слышали такую фразу, что ум дан всем, но далеко не каждый может его использовать по назначению. Ama siz kullananlardansınız. И вы как раз-таки из категории, которые могут использовать его по назначению. Вы открыты к новшествам. O yüzden yeniliğe açık olan insan her zaman başarılı olan insan. А люди, которые открыты всегда для нового, это всегда очень успешные люди. Ve zeki olan insanlar her zaman dürtmek lazım. А умных людей всегда нужно поощрять. Ben o yüzden buradayım. Поэтому я сегодня здесь, в этом кресле. Ох, прямо интрига, прямо натянулась как струна. Ну что же, думаю, все. Надо озвучивать наши результаты финальной битвы. Şimdi üçüncü arkadaşımız Катерина. Третье место у нас у Кати. С 20 баллами. Ödülümüz bir gün izin ve 100 euro kazandınız. И ваша награда – это 100 евро и любой день выходной. Вы можете выбрать один день выходной. Ну что, друзья, я думаю, что на той стороне точно люди аплодируют и даже поднимают в этот момент бокалы. Кать, поздравляем вас, вы молодец. Учитывая то, что вы человек абсолютно практически новый, то вы, ну да, да, я имею в виду, то вы, конечно, большая молодец. Давайте прям поаплодируем и мы тоже, конечно же. Хоть это и немного нас, но это, как хочется, как говорится, порыв приятен. Вот сейчас к самому интересному. Четвертый олан аркадашимыз. Катерина. Второе место у Катерина. Sizin ödülünüzü açıklıyorum. Ödülünüz bir gün izin ve 200 euro. У Кати 22 балла, и ее приз это 200 евро и тоже один выходной на выбор. Аплодисменты, аплодисменты за это, Катя. Поздравляем вас, так как, ну, вы молодец, молодец, как и все остальные, конечно же. И подарок приятный к Новому году. Ты вообще просто молодец. Ну и здесь, я думаю, что интриги уже никакой не остается. Светлана еле сдерживает свою улыбку, хотя не нужно это сделать, конечно. Нужно прямо даже уже взять бокал и сказать: «Эх, как и хотела!» Стой, давай мы узнаем, какой подарок. Да, все-таки давай. Сейчас еще одна интрига осталась, какой подарок. Да, тут. Birinci arkadaşımız Светлана. Tebrik ediyoruz seni. Ödülün bir gün izin ve 300 euro. Светлана с 25 баллами, и ее подарок, ее приз 300 евро, и тоже любой входной на выбор. Спасибо. Спасибо вам за то, что сегодня, я думаю, что все можно окончательно расслабиться и выдохнуть, потому что все победители объявлены. Хочу лишь только от себя добавить о том, что вы огромные молодцы, потому что рассудить все-таки очень какие-то моменты было не так просто. Яран вообще огромный молодец, потому что все это придумал, сделал, написал и собрал. И вам просто спасибо за евро. Это я жму от всех руку. Ну а вас, друзья, конечно же, хочется поздравить с наступающим 2023 годом, потому что год для кого-то был простым, для кого-то легким, для кого-то сложным, для кого-то не очень. Ну, главное, все самое лучшее, конечно, впереди. С наступающим новым 23-м! Ура! Ура! Нет, ну а финальное поздравление у нас будет отдельно, поэтому вы сильно-то не расслабляйтесь, у нас еще целый ролик для этого. Так что оставайтесь с нами. Вам тоже благодарности и призы организаторам. Вот тут пошла такая пьянка, да-да-да. Меним, да? Тебя? Бендаваров. Arkadaki kameraman arkadaşlara, operatörlere,
Size de teşekkür ederiz. Ellerinize, elinize sağlık. Большое спасибо, дорогие операторы, закадровые наши специалисты, звезды. Их не видно, но они всегда, да. И все, кто вообще участвовал в этом. Kahramanlar, görmeyen kahramanlar. Да, невидимые герои. Sizlere de teşekkür ederiz. Sizlere de ödülümüz var. Onlar arasında söylemeye gerek yok bence. Да, и для вас тоже у нас будет, конечно же, бонус. Ну что, давайте. Да, давайте уже вот прям выходите все сюда, конечно, и уже по прям по большому, красивому, по-настоящему. Действительно, новогоднее настроение хорошее, вы молодцы. Прям реально предприятие. Да, конечно, как нет, на самом деле так и есть. Yeni yıl hediyesi olarak her kişi başı $50 dolar. Я только понимаю доллары и евро. В принципе, мне этого очень нравится. Тут как и что будет. А тут от курса. Пока евро хорошо, да, идет? Да. Да. До 5 часов. До 5 часов можно доллары брать, по-моему, сейчас. Да. Ура! Ура! С Новым годом!